Глава Северского района Андрей Дорошевский встретился с руководителем Центра реализации инвестиционных проектов Русланом Соколовым. Руководители обсудили вопросы привлечения новых проектов в район. Мы оцениваем Северский район как очень перспективный в плане развития. И хотели бы в этом поучаствовать совместно, в этих созидательских целях и задачах. Мы готовы как некие вопросы инвестировать сами, так и привлекать наших партнеров. У нас такая достаточно обширная география работы. По словам Руслана Соколова, Центр инвестиций готов вложить в район порядка 6 миллиардов рублей. В приоритете отрасли виноградарства и строительства элитного жилья. Доступны к реализации проекта и в других сферах, а также частичное финансирование ранее приостановленных. Северский район находится на 44-м месте по темпу роста инвестиций в крае. И если участники совещания сумели достичь договоренности о сотрудничестве, то реализация крупных проектов позволит укрепить экономику муниципалитета.